прекрасно. У них блоки, которые я настроил, когда ставил невероятную башню, чтобы добраться до небес. Опа, все что ли? Эй, а почему остальные не падают? Ошибка? Странно. Ну пойдем к Аарону, которому просил нас ходить Тед. Вот, в общем-то, да. В городе Аарона я так и не нашел. Пришлось его искать здесь. Блин, я жрать хочу. Я уже голодный. Да, давайте вот того кабана завалим. Блин, мне валить нечем его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне его нечем убить. А, может, эти убьют. Давай попробуем. Ну-ка. Ребят, помогите мне. Убейте вот этого. А, я его не могу ударить даже, да? Подожди. Могу ударить я его. О, ударил. Бейте его, бейте! Эх, сейчас они мне кормежки принесут. Вот молодцы. Мне даже не нужно иметь с собой никакого инструмента, получается, да? Ну, еще раз ударить его. То есть я попасть не могу, конечно, по нему. Ну давай, бей его, бей. Во, все, попал. Все, наконец я могу покушать немножко. Хотя бы сырое мясо. Ну, чтобы по Саарону поговорить, а потом идти домой, и там уже... Блин, я не заметил, как у меня... Я проголодался совсем сильно. Так, ну что, Аарон, привет. А раздави меня на ковальне. Ты меня напугал, наездник дракона. Да, да, рад тебя видеть. Болотные змеи. Почему это должно быть болотные змеи? Они повсюду, наездник дракона, и они являются реальной угрозой. Эти твари меня жутко пугают. Разберись с ними, и я буду в состоянии помочь тебе снова создать мощное оружие. Да что такое? Да почему вы все боитесь каких-то то змей, то еще каких-то тварей? Все кого-то боятся, непонятно. Так, смотрим, где у нас тут. Убить болотные змеи, 10 штук. Болотные змеи должны где-то быть на болоте, естественно, но... Так, как они выглядят? Я хрен его знаю, как они выглядят. Ну, мы сейчас будем искать, Аарон. Мы обязательно для тебя найдем, чтобы ты нам дал все более крутое оружие. Я гожу за змеями, за какими-то... Это не та змея. Это змея, не та. Блин, болотная змея, змея это не та. Я за простыми змеями бегал. Бесполезно. Надо бежать, искать болотную змею. Задача у нас сейчас не самая простая, но тем не менее она у нас есть. И главная сейчас задача это найти джунгли. Насколько я понял, знаю, в джунгли должны быть эти змеи. Они примерно такие же, ну может быть чуть-чуть поменьше по размеру. И они, насколько я понимаю, появляются ночью. Насколько я прав, я не знаю, но мне кажется, что так оно по идее должно быть. Да, то есть нужно искать джунгли, именно там у нас и имеются эти твари, которые нам сегодня нужны. Я тут уже пытался сходить, но, блин, я забыл черепок с собой, и так что боялся, что может быть дождь, и пришлось вернуться домой. В общем-то, сейчас самое главное, что нужно делать, это, в общем-то, спавн сделать этой самой гадюки, этой самой змеи. И, в общем-то, больше ничего такого особенного и не надо. В принципе, так что давайте будем искать джунгли, наверное, где-то в той стороне. Почему-то мне кажется, что именно там нужно искать джунгли. Они выглядят особенно, потому что там растут папоротники. Это я точно помню, что в джунглях имеются папоротники и лианы. Очень больших количествах лианы. Вон, по-моему, вон там лианы у нас. Вон там, наверное, и есть джунгли, где-то в той стороне. Где-то там есть джунгли. Где-то там, где-то там. И будем ждать ночи, и ночи уже... Я не знаю, там же может и Шива появиться, по идее, в джунглях. Так что, может быть, и достаточно опасно это дело. В общем-то, ну, как бы, не вижу, джунгли это или нет, как бы не особо. О, да, это джунгли. Еще землетрясение тут началось. Да, это джунгли. Вот здесь вот. Самое страшное, тут может появиться Шива. Мы ждем здесь до утра. Можно как бы сделать небольшой загончик, чтобы спрятаться. Я думаю, это будет тоже прикольное дело. Вот тут вот прямо в дерево. Чтобы нас кто-нибудь, какая-нибудь тварь случайно не уничтожила. Просто в дереве можно сделать такое пристанище.
ночью. Да? Так, сколько он из трех? Раз, два, да. Давай тогда вот такое вот делаем. Вот сюда вот. И кровать, конечно, ставить не будем, но, по крайней мере, у нас будет тут защита небольшая. Вот так вот. Да. Вот сюда вот. Проделаем. Вот здесь можно поставить даже верстак и сделать себе еще одну дверку. А, дверка же там же палки надо еще, по-моему. Так, где у меня верстак? Вот верстак. Давайте его сюда забубеним. Где он у меня? Во. Так, сейчас нужно палок и досок. Досок надо тоже три, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, доски. Вот так вот делается, да? По-моему. Не помню точно. Да, вот. Простая, что ни на есть, дверь, чтобы нам прятаться тут от шилы, если вдруг она у нас тут придет ночью и нас покусает. Да, надо как бы более обширный такой домик себе сделать, потому что тут довольно очень неуютно, потому что тесно. А вот так вот сделаем повыше, пошире, и можно тут прятаться. И если что, вообще можно было бы сделать в таком домике маленькой хижиной кроватку. И вот таких вот хижинок можно было бы наделать целую кучу. Тоже было бы прикольно своего рода. Ну, ждем ночи сейчас, самое главное. Так. И если что, будем убирать в секретное место наши все вещи, которые нам нужны. Необходимо просто. Так, мясо. Можно покормить, кстати, пока уже вечереет. Покормить моих питов, потому что они... Петов. Потому что они очень голодные, я смотрю. Ой, не тут нажал. Так, они кушают, прекрасно кушают жареное мясо. Прекрасно кушают. Кто еще не покушал? Дерутся за еду, да? Кто голодный? Голодный Ди. Но почему-то он не ест. Ты не ешь жареное мясо, Ди? Ты че? Я думал, ты ешь жареное мясо, а? Или тебе нужно только сырое подавать? Ну-ка, давай попробуем. Ест, смотри, нормально, ест. Че, еще надо, что ли? Ты че? Фига он жрет. Кабам. Ну, ему нужно расти. А, все, наверное, он наелся. Нет? Вот, все, теперь наелся. Так, вечереет, ждем, я думаю, ночи, и теперь вот в этом туалете, так сказать. Блин, какой страшный мой Ди, как сильно кричит. Можно будет тут, если что, прятаться до скончания. В джунглях я нашел Багиру, нашел Балу, а вот змей, где-то Балу тут был, вон он, Балу, а Багира там. А вот... И обезьян не вижу, и не вижу этих змей, которые меня должны пугать и нападать. Никого не вижу. Или это уже не джунгли? По идее, джунгли. А, ну да, это может не джунгли уже. Джунгли, наверное, чуть-чуть сюда. Да. Где же они все? Змеи. Жуткие, ужасные змеи. Ни одной нету почему-то, не знаю. То ли она под утро появится, то ли они тут вообще не спавнятся. Может быть, не спавнятся, может быть, я ошибся. Так что, даже не знаю. Было даже предположение, что змеюки здесь, на небесах, могут быть. Но что-то я как-то не вижу, и змеюк тоже нифига, и визитеров почему-то нету. Я бы хотя бы, может быть, на визитеров напал, тогда уж, если уж на то пошло, если не получается у меня найти этих самых змеюк нехороших. Никого нету. Может быть, уже время много? Да нет, вроде бы ночь. Наоборот, мало.
Не вижу никого. Я видел Мати. Мати тут летал. Дракон летал. Так что тут не очень безопасно было, как бы. Вот ищем хотя бы визитеров тогда, что ли. Я не знаю, мои питомцы справятся с визитерами или нет. Ну, заодно проверим, как бы. Там у нас ангел-гоблин. И все. А тут никого не вижу. Не знаю. Дождусь кого-нибудь. Нет здесь. Вообще не знаю тогда, где этих змей черных искать, темных. Не, похоже, визитеров вообще не вариант убивать. Похоже, они моих питов вообще херачат как на раз-два. Видите, обоих убил. Все, похоже, нам надо получше оружие и получше броню против них. А этих змей я так найти не могу, к сожалению. Так, какие у нас еще задания есть? Собери электрит, потом убей темного босса. Ну, как бы... Пока даже не знаю, может, какие-то новые задания искать. Нашел! Ребята, пока не трогайте его. Долго-долго я это искал. 12 уровень, офигеть. Все, я сделал это. Так, жрать хочет. Жрать хочет мой персонаж. Отлично. Теперь можно здесь поискать, но я, главное, спаун. Можно где-нибудь возле дома поставить один такой. Как же... Че, почему... Эй, что у меня со здоровьем? С голодом. Что-то вообще сильно меня... Я даже вон открыл карту, чтобы видеть, что я в джунглях и уже так долго ищу и, в общем-то, замучился одним словом. Но теперь уже утро, значит, ближе к утру. Значит, все-таки, наверное, уже не появятся эти страшные твари. Эти нехорошие... Дракоша шепчет. Надо будет ждать следующего вечера, видимо, да? Вот уже... Да. Петя говорит, что утро. Ладно, пошли домой. И там возле дома поставим такой спавн. И уже выполним этот квест. И там будет гораздо проще уже нам, когда у нас наконец-то она выпала. Наконец-то появилась эта змея. Болотная. Вот здесь вот... как раз в джунглях, что и следовало ожидать, да, так что счетчик можно убирать и идти домой. Кстати, я забыл, где я нахожусь, где находится дом, так что, наверное, счетчик все-таки стоит вот, в той стороне, по-моему, да, мой дом? Похоже, да. Да-да-да, в той стороне, там он, тираннозавр Рекс. Пойдем домой. И там уже ближе к ночи сделаем еще один спавн, чтобы мои ребята уже этих страшных змей зафигачили. Они же у меня живы сейчас уже опять, потому что я так долго бегал, что они опять уже стали. Знаете, где я хотел бы поставить спавн, где другие монстры появляются? И я думаю, что это будет неплохо. Где-нибудь тут за огородом. Прямо тут у меня и другие страшные твари появляются здесь, на пригорке. И сейчас будет именно вот эта тварь тоже, эта змеюка, появляться. Так, где-нибудь здесь на пригорке. Жечки ее сделаем. Это что такое было? А. Так, ну днем смысла нету, она будет исчезать, наверное, да? Нет, смотри, она живая. Она живая, и пофиг. Ей без разницы, какое время суток идет. Надо еще один, наверное, сделать спам на будущее. Думаю, хорошая идея будет сделать еще один спам. Да, смотри-ка. А эти как днем появляются, не знаю. Гидра. Ребята, давайте гасите их, этих гидр. Ах ты гадина. Кусает меня. Так, а где у меня... что, он тоже уже сдох, Василиск? Не понял. Подожди, Василиск, я же его
Я его, наверное, да, он, похоже, сдох у меня. У меня вот. Нет. Нет, не сдох. А где он тогда? Вася! Вась, Вась! А, вот он, Вася. Или я его убрал? Путаешься. Вот, Вась, вот, Вась. Давайте, гасите, гасите. А чё, они даже ударить его не могут ни разу. Почему? Странно. Я буду бить тогда. Одна. Давай ещё. Даже днём можно, оказывается, гидр призывать и долбить. Это значит намного лучше. Только я не знаю, почему мои питомцы никак не могут их ударить. Что? Почему? Они, вот их бьет эта тварь. А мои ребята с ними вообще не справляются. О, бриллиантик еще один выпал. Алмазик. А вы говорите, откуда у меня алмазики появляются? Вот они постоянно здесь бывают. Нет, они почему-то не могут. Вообще не могут бить эти гидр. Может, это какая-то она... Или, может быть, специальный нужен какой-то питомец, чтобы убивать эти гидр. Или потому что... Я даже не знаю, почему. Почему они не могут убить ни одну гидру? Вот они спавнятся, эти гидры. Ой. Целыми кучами. И бьют, бьют, бьют. Моих драконов. Моих ребят. Ох, какие они страшные. Какие они черные. Какие они красивые, эти змейки. Не могут ударить вообще. Может, какой-то другой питомец должен их убивать. Не знаю. Так, еще три. Здоровья хватит вам? О, у вас полное здоровье. Они, кстати, вас тоже, похоже, не сильно калечат. Так что я вообще не знаю, почему такая ситуация получается. Видите, они даже зацепить гидру не могут. Вообще. Раз. Направо, налево. Давай, гаси всех. О, все, похоже, да? 10? Нет, 9. Последний. Но... Все, сделали это. Отлично, теперь нам нужно найти Аарона. Вы, ребята, мне так нифига и не помогли. Увы. А я пошел домой. Домой. И в городе, я думаю, я сейчас найду таки Аарона. В городе. Вот он, кстати, как раз идет. Он здесь. Аарон. Я так рад, что ты покончил с теми противными змеями. Содрогание. Теперь давай приступим к работе. Ты же помнишь, как варить зелье маны, верно? Ну, с маной можно легко и быстро создать волшебные стрелы. Да? Ого! Тебе понадобится как... Понравится, как круто выглядят мощные волшебные стрелы. Испытай их. Магическая стрела. 25 опыта, 25 стрел я сделаю из одной зелья маны и одной стрелы. Интересно. Я потом с тобой буду говорить, да, опять? Да. Итак, давай, эксперимент. Эксперимент. Давай возьмем все стрелы пока. И где-то у меня были колбочки, да? Вот, штук, ну давай штук 10 сделаем сразу. Побольше. Так. Забубеним. 10 колб. А, надо 25, да, получается? Я всего лишь сделал 10. Так, ладно, тогда давайте еще 15 нам надо магических зелий. Колбочек 15 штучек. Подожди. Отсчитываем 15. Как-то странно, по одной стреле меняет на... удивительно.
Очень удивительно. Ну ладно, что. Если так, значит так. 25 магических стрел. Отлично. Так, сейчас следующий шаг какой? Скажи Арону, что ты использовал волшебные стрелы. Хорошо. Так, кстати, у меня лука с собой нету. Так что стоило бы, я думаю, наверное, взять его. Ну, мало ли. Есть у меня лук. Отлично. Пойдем к Арончику. Еще разочек. Так, с какой стороны лучше проходить? С этой или с этой? Наверное, все-таки с этой. Я как-то привык уже с этой стороны ходить. Прямо в город. И вот, наверное, он тут и есть, да? Арон. Вот, да, вот он. Это было действительно быстро. Не так уж и плохо, наездник дракона. Далее мы сделаем что-то, что защитит твои хрупкие кости. Получилось! Кости, мы собираемся сделать щит для костей. Это новейшие разработки технологий высокого класса по защите кальция. Костяной щит. О, а у меня есть... А щитом для костей ты сможешь отражать стрелы, сдерживать атаку и даже выдерживать удар метеоритом по лицу. Ладно, может с метрином я погорячился, но все равно щит довольно здоровский. И это идеальное время, потому что там куча скелетов, которыми занимается захламлением пещер. Недалеко отсюда. Убей их, собери их кости и создай щит. Ну, как бы, не знаю, где это находится, но у меня щит эти косточки есть. Так что я пойду сейчас просто и возьму эти самые косточки. Эти самые косточки. Из дома. И сделаю щит. Все не так просто. Не так сложно, наоборот. У меня косточки уже набрались. Они брались с этих червей. Дождик пошел. С червей пошел. Надо попробовать магической стрелой стрельнуть. Я не знаю, а что она дает, эта магическая стрела? Я не знаю. Ух ты! Прикольно, надо попробовать. Сейчас попробуем, подождите. Секунду. Сначала, конечно, сейчас сделаем... Что он у нас... Просит так. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. О, как раз 4 есть. Ох, как нам повезло, а. Раз, два. Как нам повезло. У нас как раз 4 косточки есть. Раз, два, три, 4 и 2 щита. О, да. Есть. Мы сделали это и вернемся сейчас к нашему Арончику. А потом мы испытаем ближе к ночи уже эту магическую стрелу. Прикольно просто посмотреть. А интересно, можно на оленя? Да, можно, наверное. Ну, хотелось бы на каком-то враге испытывать, на самом деле. Прыгаем, бегаем, прыгаем, бегаем, прыгаем, бегаем, прыгаем, бегаем. А Арон никуда не уходит, никуда не торопится. Благодаря железу и стали эти скелеты исчезли. Ну да, исчезли. Я имею в виду, я рад, что у тебя теперь есть щит для костей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Для костей, не для костей, а от костей, наверное. Говорят, что лучшая защита на нападение. Так что лучше мы достанем тебе новое оружие, наездник дракона. Я имею в виду великий меч. Тот, который будет карать противника. Вот его чертеж. Великий меч. Ух ты. О, кость. У меня кости нету. И крипклориум, да? Великий меч что дает? 30 урона, он самый крутой будет, да, пока, первым делом. Но у меня костей сейчас больше нету, а криптоклориум, по-моему, есть. Давайте сходим, посмотрим дома напоследок. Так, а если я... Подожди, я же не могу его? Вот, я его одел. Вот, защита, класс. Пускай защита будет тогда у меня где-то вот тут вот, что ли. А стрелы я поставлю сюда, надо будет попробовать обязательно сейчас... сделать это. Но я хочу посмотреть, есть ли у меня вот этот криптонит, или как он называется. Кстати, рецепт-то новый. Оружие. Новый рецепт. Вот, да.
Клориум. Клориум. Зеленая руда, найдена в небесных землях. Она имеет некоторые магические силы, которые можно использовать для создания оружия. О. Посмотрим, сейчас есть у нас она или нет. 30 бриллиантиков стоит такой меч. Не очень дешево. Но все же. Опа! Иду туда, возвращаюсь в другую совсем другое место. Так, посмотрим. Косточки надо копить. Так, у меня там черепки, да, только остались? Отлично. Ну, отлично, не очень, но все равно. А руда? Клориума у меня нету. Есть вариант, что можно этот клориум, или как он называется, взять у алхимика, да? У него можно купить, наверное, будет. Или идти искать в небесных чертогах. Так что посмотрим, увидим это уже в следующих сериях. Да, две штуки надо и одну кость. В принципе, можно и сам меч купить, наверное, у алхимика. Я не знаю, только будет это действовать или нет. И напоследок сейчас еще испытаем стрелу магическую на каком-нибудь ужасном монстре для окончания. Ночная прогулка прямо через балкон. Так, интересно, с балкона можно что-нибудь убить кого-нибудь? Есть какие-нибудь монстры рядом с моим домом? Так, вот и магическая стрела. Что она даст? Я не пробовал, не знаю. Так что сейчас узнаем. Нет, из дома, похоже, ничего нет. Никого, никто не спавнится. Ладно, пошли тогда прогуляемся. Прыгаем с балкончика. Бултых. И поищем кого-нибудь недалеко от дома. Я думаю, все равно есть какие-то монстры тут рядышком. Можно идти туда, там их много, да? Там же я спавнов наставил целую кучу. Но мы пойдем более безопасное место, то есть где не так много этих монстров. Тем не менее, они должны быть где-то. Ой, елки-палки, безопасно. Чуть в яму не пал. Я постоянно падаю в яму. Вот надо где-то обезопасно. Кто там? Паук? Это паук? Не попал. Опять не попал. Взрывается. Не, на кого-то помощнее, наверное, такой взрыв. Это бомба, бомба, даже динамит не нужен, чтобы взорвать эту тварь. А, можно этих оборотней погасить именно там, где у нас много врагов. Ну, блин, так не хочется там, где много врагов, потому что там довольно опасно. Интересно, сколько он забирает жизни такой? Оп, прыжок. Давай попробуем сейчас. Эксперимент, эксперимент. Где они тут у меня, оборотни? Так, там гидры. Нет. Вау, вот эту вот тварь можно. Ну, лучше бы, конечно, помощнее кого-нибудь. Это змея вообще ни о чем. Сколько у него жизни-то? 30. У этого тоже 30 змеи. Да ладно ты, что ты кусаешься? Хотелось бы оборотня. Вон, вон оборотня. У него побольше жизни, да, вроде? Давай попробуем. Не долетело. Да что такое? Попасть не могу. Как так? Бубух! И еще продолжается, да? Он как бы волшебством отравлен. Нифига у него жизни. На тебе еще! Не, ну не очень, конечно. Надо просто прокачиваться более сильно, чтобы все получилось. А так, в общем-то, слишком слабенький пока. Да я из лука, конечно, стреляю, это очень плохо. Я лучше мечом управляюсь. Вот так вот лучше. Кстати, надо взять щит. Защитить, что себя. Видишь, как я его долблю? Ты мне не враг. Ты мне, то есть, не соперник. А побежит. Быстро бегает, тварь, гадина. Гадина. Попадай. Ну что ты попасть-то не можешь? О, застрял. Есть. Все. Ну ладно, увидимся в новых сериях. До новых встреч, ребятки. Пока.